У нас 99% учреждений образования имеют доступ в интернет. И 85% преподавателей, не считая, конечно же, учителей информатики, обладают готовностью к осуществлению дистанционных форм работы. Буквально в прошлом году был реализован проект «Цифровой университет». Он стартовал в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, а затем буквально через полгода к нему присоединились еще 6 высших учебных заведений, а потом еще столько же. И в итоге к этому моменту у нас сформировалась такая серьезная база для реализации информационно-коммуникативных технологий. Каждый университет имеет свою электронную платформу и свой контент. Что касается профессионально-технических, среднеспециальных учреждений образования, здесь есть своя особенность, потому что это образование более практикоориентированное. Здесь большое количество технических специальностей, для подготовки которых требуется работа с оборудованием, с специализированными материалами. Поэтому, конечно, замены такой практикоориентированной подготовки в онлайн-пространстве практически нет. Но, тем не менее, такая работа в данных условиях возможна путем внесения изменений в учебные планы и за счет реализации индивидуальных планов для отдельных учащихся, но эта работа осуществляется точечно. Не новая работа для преподавательского состава, да, может быть, вот этот шаг в такой большой степени использования дистанционной работы, он новый для нас, но уверена, что этот опыт для нас весьма значим, потому что мы одновременно с внедрением этих технологий проводим аналитическую работу. Мы видим те разработки, которые предоставляются студентам. Мы видим их качество, мы можем анализировать и понимать стратегию нашего дальнейшего развития в этом направлении.